молящийся нарушил свое омовение, как находясь в намазе, должен ли он давать салам и так выходить, или же он просто как бы уходит с намаза? Если у молящегося во время молитвы нарушилось омовение, то он не должен давать салям для выхода из нее. Он сразу же покидает молитву без саляма, потому что салям совершается только в конце молитвы. А что касается случаев, когда во время молитвы нарушилось его омовение, или он поел, или с ним произошло что-то, что вынуждает его прервать молитву, то он сразу же покидает молитву без саляма.